Красноярске подготовлен эскизный проект необычной школы. Ее планируют построить рядом с микрорайоном Южный берег. Главное отличие этого храма знаний – яркая отделка, использование современных экологичных материалов, а также разная форма окон. Школа будет четырехэтажной, с двумя спортзалами на 550 учащихся. И построят ее на берегу Енисея. Причем архитекторы в проекте разделили кабинеты старшеклассников и совсем маленьких учеников, чтобы снизить вероятность конфликтов. Крыша здания будет не черной, как обычно, а разноцветной, чтобы радовать глаз жителей соседних домов. Проект подготовлен на средства застройщика Южного берега. Затраты на подготовку всей документации превысят 20 миллионов рублей. А вот строить школу будет мэрия за свои деньги. Ориентировочно понадобится 800 миллионов. Школа вообще формирует очень сильно наше восприятие, наше сознание, наше чувство прекрасного. Да? Поэтому вот попытали эту силу и унылость, так сказать, поменять за счет благоустройства двора и цветовых решений. Крышу, как вы увидели, да, вроде бы школьники не видят эту крышу, но вообще не живут в соседних домах, понимаете, они тоже смотрят на свою школу.